А что у меня сегодня на завтрак? Сегодня у меня овсяная каша с ягодками и тыквенными семечками. Между прочим, овсянка, знаете, какая? Не обычная, вот, которая там долгой варки, все такое, или быстрой варки, такая, которая расплюснутая. Нет, это овсянка дробленая. Как это называется она? Ну, в Америке называется она steel cut. Как она называется по-русски, я, честно говоря, не знаю. Но она прям, знаете, вот когда вот зерно берут и вот дробят на такие крупинки, ну, довольно такие крупные, вот, по структуре похоже на кукурузную кашу, что ли, ну, то есть вот с такими твердыми частицами. Нам нравится, мне прям вкусно. И кофеечек у меня. Всем хорошего дня. Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи. У нас чудесная погода. Я вышла за очень важным делом. У детей завтра в школе какой-то там International Color Day. В общем, у них там надо одеться по цветам. У младших, не у старшего. Это все развлечение в младшей школе. Так вот, Вова должен быть в красном. Но красного у нас, слава богу, предостаточно. У них и майки вот эти вот, которые школьные, они красные, потому что у них символ красный. Вот, школьный. И у него и худи есть красные. Ну, в общем, красного достаточно. А у Лёши оранжевый цвет. Я так поняла, у них все параллели одеваются в разные цвета. И вот у Лёши оранжевый цвет. А оранжевого, не поверите, у нас вообще ничего нету. У Вовы есть одна такая лонгслив оранжевый, но на Лёшу он даже не налезет. Так что это... Придется искать что-то оранжевое. И вот, насколько я помню, я вот особо-то оранжевых цветов в одежде детской здесь не замечала. Поэтому придется вот искать. Сейчас пойду прогуляюсь в Таргет. Заодно прогуляюсь. Если не найду ничего в Таргете, пойду в Walmart через дорогу. Ну, а если ничего и там не найду, придется куда-то ехать. Не знаю, в Ростом или куда-то. Потому что что-то такое прям супер хорошее покупать смысла нет. Он особо не любит оранжевый цвет носить. Но, с другой стороны, надо. Тут вот это участие повсеместное очень важно. Ну, и они сами хотят участвовать, поэтому придется искать. Но у меня времени мало, потому что сегодня у них заканчивается пораньше школа. Вот, и надо успеть и купить, и их забрать. Так что иду. Погода классная, просто шикарная. Сейчас вот 11 утра. 14 градусов тепла. Всем желаю хорошего дня. Так, давайте сразу пойдем в пацанячий отдел. Вот где-то здесь должно быть. Так, здесь пижама. Но с пижамой мы не пойдем. Что есть? Вот это я не знаю, можно ли назвать оранжевым. Скорее такое персиковое. Есть такое, есть такое. $6 стоит маечка. На Лёшу здесь вот эту, наверное, можно взять, которая 14 лет. Так, о. Здесь, кажется, еще тоже такое типа оранжевое. 16 лет, две майки. Других нету. Знаете, это с длинным рукавом. Такое, на кирпичного цвета. Так, что еще есть? Вон что-то оранжевое есть. Единственное, оно с каким-то рисунком, который может ему не понравиться. Так, ну давайте посмотрим. Тоже с длинным рукавом. Это, похоже, этот, как сказать, американский футбол, да, вот это вот. Но по размеру ему как раз. Тоже оранжевое. Все-таки есть какие-то оранжевые варианты, да? Так, что еще есть оранжевое? Ну, вот это больше красное. А вот это вот типа тоже оранжевое с машинкой. Но тоже только 8 размер. Ну, это какие-то такие вот для маленьких детей. А, вот это тоже такая немножко персиковая. Такого примерно. Но это больше оранжевое, чем вот это. Это прям совсем такая ближе к розовому с акулой.
С акулой, причем акула с брекетами. Вот же придумают, да? Сколько стоит? Тоже $6. По $6. Вот это вот бренд, который называется Cat & Jack. Это Таргета бренд. Хороший, кстати говоря, у них маечки. Так, вот еще вижу что-то оранжевое. Ну, тоже такое, знаете, не оранжевое, а тоже лонгслив с капюшончиком кирпичного цвета. Но тоже маленькое, видите, 8 размер, самый большой. Напомню, Леша почти 12, но одежду он носит на 14, потому что он у нас такой маленький мальчик. Так, здесь все красное, красное, синее. Здесь что-то тоже не вижу. Рубашек тоже нету. Оранжевые только. А, вот смотрите, оранжевые. Они такие желто-оранжевые. А, и знаете, это купаться, сплавать. И то они тоже небольшие. Так. Это тоже желтенькая такая. Тоже. О, ничего себе, смотрите. У нее динозавр тут. И кошелечек. Что-то положить можно в него. Смотрите, прям с замком пришита она на груди. Что в него можно положить, интересно. Так, вот еще что-то типа оранжевое. Баскетбол. Оно коричневое на самом деле. Но оранжевое вот это вот. Рисунок оранжевый. Знаете, такой бархатистый. $12 стоит. Вот еще. Это тоже, кажется, с длинным рукавом. Нет? Нет, с коротким. Ну, кстати говоря, вот оранжевый, только такой не очень яркий. Стоит $8. Так, на него. Вот размер на него. Сейчас мы это переложим. Качество тоже хорошее. Так вот. Ну, без ничего. Сейчас я его открою, посмотрю, как он лучше. Он такой. Тоже, видите, какие-то оранжевые все. Что из этого более оранжевое? Вот это или вот это? Наверное, вот это, да? Ну, на камере кажется, что вот это прям желтое, но оно такое. Разбеленный оранжевый цвет. Но похоже, правда ведь? Смотрите. $6. Смотрите, абсолютно даже сшито одинаково. Смотрите, вот здесь кармашки, видите? Пришиты как. И... Но фирмы разные, и это на $2 дороже. Но, наверное, более оранжевый все-таки вот этот. И его размер тоже есть. Наверное, его возьму. А этот отнесу обратно. Так, сейчас я его разверну, посмотрю по размеру, как. Наверное, как раз. Да, как раз. Вроде бы все хорошо с ним. Наверное, его возьму. Очень быстро получилось найти. Я думала, будет долго. Вот в Таргете еще присутствует хоть какое-то понимание от места Валентина. А в Коско, помните, да? Особо-то ничего и не было. Ну, тут тоже не так много, но все же. Здесь вот есть вот такие украшения, свечки есть. Какие-то вот такие штучки тоже. Украшения. Какие-то машины стали появляться. Видимо, суперкубок, он, видите, с флажками. Вот там вот тоже машина с флажками. Это по американскому футболу. Суперкубок. То ли начинается, то ли завершается, не знаю. Мы за этим особо не следим. Но появляться стали всякие с атрибутами машины. По-моему, сейчас еще некоторые будут вывешивать флаги у себя там, где в домах. Возможно, это в прошлом году точно было. Кстати, вон там магазин Kohl's находится через дорогу. Почему-то я про него всегда забываю. Всегда забываю, когда надо что-то вот конкретное такое найти по тематике. Потом обувь тоже забываю, что там есть тоже разная, разных брендов. Она там обычно, ну, по такой же цене, как в магазинах вот всяких фирменных. Но, во всяком случае, она там есть выбор. И почему я про этот магазин никогда не помню, я не знаю. Какой-то вот он... Странный, непопулярный магазин. Вот. И поэтому я туда редко хожу. Но, как правило, в нем можно найти, в принципе, то, что нужно. Сижу, монтирую видео, пью чай. Вот открыла шоколадку вот эту. Сейчас покажу вам.
Это же, видите, одну только съела. Вспомнила, что не показала вам вот эту вот, которую в Walmart купила. Ferrero. Сейчас покажу вам, как она выглядит снаружи. Вот так вот она выглядит. Не знаю, по-моему, та вот, дырка какая-то другая была. А, вот видите, они отличаются. Вот одна дырка такая, а одна вот такая просто. Внутри вот орешки. Вкусная. Рекомендую. Можете брать. Похоже на вот эти конфетки Рошер, которые вот такие шоколадные, прям темные. Не золотистые, которые, а коричневые. Такие прям темненькие. Вот прям один в один. Вкусненько. Только вот, естественно, вафельки там вот внутри нету, но тоже вкусно. Во, видите, там милуется с кошкой. Соседи кошка давно не появлялась, кстати говоря. Не знаю, что с ней было. Она такая худая-худая была. Сейчас вроде немножко поправилась. И Вова вот ее увидел, побежал. А она и рада. Вот у тех соседей у них вот эта кошка живет. Вот видите, где висит у меня полотенце сейчас? Это вот у нас здесь вот фартуки висят, а здесь вот полотенце. Ну, неудобно, короче говоря. Потому что постоянно, когда открываешь вот этот ящик, постоянно полотенце надо вот так вот убирать, потом закрываешь, тоже держишь его. А раньше вот здесь вот у нас посудомойка была с такой ручкой, вот как на плите. Вот. А сейчас, видите, нет ручки абсолютно никакой. И вот я думаю, ну, сюда как-то не очень хочется приклеить, потому что слишком низко будет полотенце вот так вниз висеть. Я вот думаю, то ли сюда приклеить, то ли здесь приклеить. Но здесь постоянно тоже будет вместе с фартуком, наверное, неудобно. Наверное, вот сюда приклею, и оно не будет мешаться никому. И пониже чуть приклею, чтобы Вовчику было удобнее доставать полотенце. Ну, как-то так. Вот у него есть такая вот штучка, поэтому, думаю, надеюсь, быстро не отдерут. Ну, отдерут, ничего страшного. Там в комплекте два крючка и четыре таких, как сказать, двусторонних скотча специальных. Думаю, сколько-нибудь провисит. Макс решил вот эту курицу пробовать. Я сварила макароны. Я в шоке, как это выглядит. Смотрите, я вот достала. Тут две упаковки вот такой курицы. То есть она, не знаю, вроде бы порезанная кусочками. И два вот таких пакетика, видимо, вот с этим соусом. Лемонграсс. В общем, как-то вот так вот. Интересно упаковано, конечно. Я думала, что она уже сразу с соусом. Она без него. Надеюсь, это можно в микроволновке сделать. Да, можно. Довольно быстро. 2-3 минуты то, 2-3 минуты с соусом. Ну ладно, попробуем. Так, ну что, я вот взяла, смешала все это и погрела в микроволновке. Вот этот соус я пробовала. Он, знаете, такой прям остренький. Ну, как бы не то, что остренький, но такой спайси. То есть тут явно есть какой-то перчик. А вот это красный, наверное, это перчик. Но на вкус очень вкусно. Это не с карри. Лемонграсс вот имеет такой кисловато-пряный вкус. Ну, мне нравится. У меня нынче девчачья распаковка. Я давно хотела заказать это, но что-то никак не решалась. В общем, это, знаете, что девочкам, наверное, интересно будет. Эта помада, она тинт. Такая, как пипетка. Но на самом деле она не как пипетка. Ну, здесь вот видно, да, что тут кисточка есть. Такой цвет, не знаю еще какой точно. Ну, в смысле, он красный, но он не сильно яркий. Попробую, покажу вам. По идее, она должна очень хорошо держаться, не отпечатываться. И она такая вот похожа на естественный цвет губ. Ну, как будто бы. А на самом деле она, по-моему, корейская. Сейчас я вам точно скажу. Ну, написано вроде на корейском. Да, made in Korea. Корейская. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас попробую. Вот, видите, made in Korea. Называется Velvet номер 2. Сейчас попробуем. Это я, конечно, погорячилась, сказав, что цвет как цвет твоих губ. Но там, конечно, были цвета, похожие на естественные. Но я вот решила выбрать вот такой. Он немножко такой терракотовый, что ли, но не темный.
Ну, в смысле, были темнее цвета. Не знаю, как вам хорошо видно. Давайте я вам так попробую. Сейчас я подойду к естественному цвету. Свету. Здесь она вообще не такая смотрится, честно говоря. Она более такая оранжевая. Вот. Но мне кажется, неплохой цвет. По идее, многие тинты, они когда высыхают, они, ну, некоторые сушат губы. У меня как-то был уже, мне присылали в пробники Sephora, ну, довольно темный цвет, поэтому я им не пользовалась. По-моему, то ли Yves Saint Laurent, то ли Lancôme, не помню, честно говоря. Присылали тинт, он такого бордового цвета, мне он темноват. И я им не пользовалась, и вот, но, естественно, я попробовала, его нанесла, и он прям очень сушит губы, ну, в общем, мне не понравилось. Этот пока что, вот я нанесла, минуту подождала, и вроде ничего, пока что губы не высохли.